Но если пока тактика рассказывается, может зайти за сумманиться. Чек на ФК. Представьте шкаф. Так, Джелис диспелит чуму. По станам. Прыжок, Некист. Макви, Румб. Трусы, Лимошка. Так, травел на валик, кружок лень станет. Ромб, гефестиум, актулгалы, трусы. Актулгалы, ты поняла? Травел на валик, твой стан в трусы. Молот правосудия. А ШП? Да, ты верно в ШП. Что ШП? Ну каких валик, кто тянет пыткой? Ну блин. Сначала надо все три вальки обдотать. Да там лучше есть там. И кастовать пытку в самую... короче, вальку, которая ближе всего находится на крой платформы. В зависимости по ситуации уже смотреть дальше. Понял? Некис, ты станешь кружок первого волна. Лимошка, готов? Дайте рыбу. Все, сдохлись. Вот рыба. Лимошка, иди сюда. Так, Демоса можно убирать с очереди, хотя, блин, можно было оставить все эти. Ну да, тоже можно убрать. Все ники надо было оставить, как память, короче. Лимошка, ты станешь трусы первой вальки. Знаешь, ты танчил лича уже в 25 гири? Ты чё, ты не был? Ну, а в 10 гири танчил треугольником. Да. А ты имеешь в виду вообще, конечно, танчил. Я думал, это да. МТ. Ты вот это танчишь трэш, посередине ведешь трэш, слева милик и справа РДД. Ну ты знаешь, как станет этих шаркрейтов, да. Когда у них отделение, просто ханта нету, это не будет станет. Капельку проси, если что. Чек на пул. Ну такая штука есть на этот случай. Потрясающе просто, гениальный человек. Смотрите, у него даже символ гнева есть. Дес, ты тут? Да, тут. Лимошка, ты есть ВКонтакте, да? Да. Отлично. Так. А что у тебя написано катапульта? Заметки. У меня еще один перс катапульта, маг. Прикольный. Age of Empires. А фаермага самое то. Все, короче. Ты запустил. Надо сейчас найти катапульт и повысить до кадета. Типа твинг? Да, типа. А как тебя зовут? Эй, Лимон. Лимон. Потом так и написали. Написали, точнее. Более быструю. А, тебе. First Life, повесь, пожалуйста, проклятие на босса. Кем ты чаще ходишь, тем тут и мэн. Вот вам, наверное, и плюс один протопал на RS-25E. Так, милики в квадратике стоят. Фух, ДБМ работает. Давай, я на лимошку, ты на гилда щиты. Пока.
Петровский Тюрмор. РДД перебежали. Звездочку. Тьма 5 секунд. И 2. Забери шарт еще, сейчас умрем. На экис наноси. Милики ловушка. Не, нет, ДБМ не работает, короче. А, нет, таймер работает, а стрелочки нет. Ловушка сейчас смотрим. 3 секунды. РДД ловушка перебежали. Сюда встали. 3 секунды. Чума выносим. Наступление на шаркаре. ОКВ чума. Ловушка сейчас на секунду. Мелики перебежали. Еще ловушка будет. Наступление на шаркаре. Второй шаркарь вылазит. Забирай. РД перебежали. 5 секунд чума. Ого, 76%. Джелис, выноси. Чего вы так намолите? Проводи дальше, трэш. РДД смещайте звезду. Ловушка 1 секунда. Милики, ловушка. Давай, проводи еще дальше, трэш. Все проходим к порталу. 2% до переходки. Давайте, все на край. Как, что такое ДПС большой? Все на край, короче. Давайте, все на край. Все, не бейте лича. Сейчас милики ловушка и отбежали. Так, дайте. Чишку бей. Так, пуля на воле, давай гимна ману, я ставлю тотем. Паладина, дайте капли на протопала. Умирает. Неважно, кто-то дайте просто. Одной капли хватит. Кто ближе всех к протопалу. Блин, падла, разгоняется плохо что-то. Сколько ты мелких забирал? 3 или больше? Только штук 7 было. 18 так, нормально. Да, наверное, надо 3 мелких просто забирать. Войд, Иннер, Звезде. Блин, а Поклонский у тебя есть спек служебный? Плохо. Сферу добить духа. Кружок Некист, Ромбик, Маковей, трусы, лимошка станешь. Встали в звездочку. Проклятие на луча. Поставил тотемаков. Кружок. Давайте играем через кружок. Через ром теперь играем. Вышли с центра все. Оскорнение 3 секунды. Топор убить, отошли от черепа. Не выпрыгивать. Кружок добить. Кружок играем. Все, давайте меча теперь. Лень, кружок станет. Ром, Гефестием, трусы, актулгалы. Давайте вот сюда встанем. Первой вальки будет осквернение. Осквернение выносим к порталу. Остальное рейд от черепа отбегаем. Сакру под вальки дашь, короче, под лужу, слышишь? Так, разбежались вправо-влево, выбежали. Пуля на вылет, осквернение. Давайте кружок ромб играем. А кто в трусах быстрей? Все сначала кружок ромб. Там хил. Трусы замедлить, дайте стан еще. Давайте кружок ромб добить. Попробуйте сейчас трусы. Почти. Ладно. Ничего страшного. Остаемся. С центра все вышли. Осквернение будет, потом идем в центр. Осквернение и лараж. Давайте все в звездочку становимся. Кружок Некист, ромб Маковей, трусы лимошка. Звезду встали. Давайте через ромб играем. Лень застанешь ромб потом. Все с центра вышли. Пытку в ромб. Все,
Все, теперь трусы. Пытку в трусы. Осквернение 2 секунды. Пытку в трусы. Вышли все. Блядь. Так. Минус 3. Давайте все в центр. Так, лень, станешь кружок, ромб. Кто там, блядь, забыл уже, Гефестиум, трусы, кто удалы. Станем валик. Как думаешь, переведем или нет? Да, можно. Станем валик, переводим лича. Бля, в трусы играем, все в трусы. Трусы, Джелис. Все в трусы сыграли, все в трусы. Трусы это очень важно, все в трусы. Там будет цебл. Все, я переводим. Тириэль, спеешь гимн на ману, давай сакру, иннеры звезде, маны вообще ноль. Бля, минус 5. Видите, кружок, проклятие на кружок. Кружок теперь бьем. Не, добить звездочку. Все, бейте кружок. Сверху бить. СС на гелда есть. Так, отлетаем СС на Джейлис. Бейте квадрат. Все, вышли, добили шарик и добивайте череп, говорю, квадрат, добивайте. Звездопад на комнату, идем в звезде все. Бежали. Чешки нет пока. Держимся так. У кого есть гимн на ману, плюсик поставьте. Есть. Дашкин зашел и бьет с лича, да? За это бан можно получить. Да, кстати, на мне нет гэма, к сожалению. Если бы забанили, было бы хорошо, отдохнул бы. Так, сейчас выход с комнаты. Все бьем квадрат. Гимн давать? Давай гимн, ставлю тотем. Лимошка, ты прожимайся, когда хлопаешь духов. У нас нету бэров. Добили кружок. Милики, пошли бить лича. РДД, добивайте кружок на расстоянии, потом отходите от духов. Духи спустились. Уйдите все. Протопал, иди хлопай. Таунт по духам дай. А кто уголы в НСЕ, осквернение. Не выпрыгивать. Плохо вы носишь. Жесть как. Там духа добили? 200. Он там сейчас я дота. Понял. Идем. Чешку отдал. Так, теперь. Мы выйдем с комнаты, духи пойдут на нас. Мы идем к звезде все. Ленухи, ставь тотем гнева воздуха. Увеличивает кастку. Бесты бейте и сушение, знаете, это профитно, потому что отхил больше идет по пати. Побежали дальше. Быстрее добегаем. Все, вышли с комнаты. Звезде все отходим. Звезде. Прожми БЗ, лимошка. Значит, у меня клык. Да, клык не спасает от этого. Ты видишь, как ты проседаешь?
Есть еще гимна мон. Интересно, резать фриэль или нет? Подымай фриэль, короче. Может, мы успеем по дамаге. Сквернение маковей. Дайте бафы по присту. Взрывай духов. Так, до берсы 4 минуты. Чешка есть у кого-то? Так, есть. Ну, пошли так пока. Ставьте к тому мило. О, блин, нету ханта. Тут, по-моему, скорость не замедляет. Дух стая не замедляет. А я же вроде спрашивал, мне сказали, что замедляет. Да не, не, не. Почему он меня не замедлял? Замедляет, наверное, когда дух бьет. Да-да. Или это просто баг был. Кстати, так можно анбаф убивать. Эрлогаться чарами. Заходить на третьей фазе. Отошли все к трону. Да, делает топ-танк. Ну, вообще не прошибает. Сквернение сейчас в центре будет. О, видели? Топ рога. Ну, если бы не, конечно, не прошло, было бы плохо. Лимошку прожимай БЗ, если открутилось. Блин, на лича в минус 5 спокойно довели берса 2 минуты еще, 18 секунд. Давайте пошли дальше. Бежали к трону. Все. Ура. Мы сделали это. Апельсиновая за нами следит и выдаст бомб. Спиридон Леонов есть. Ваня Симончук, Никита Лаврухин, Алексей Чернов, Денис Ревякин. Понял тебя. Не знаю. Васап, ты сейчас не заметил, жнец кидался во время каста или после каста призыва духа? Не, бабл не снимает. Пробовал. И глыба тоже. К сожалению. Хотя, почему? По идее, должно резиститься. Это ж бабл. Инвизация.
из мага пока про... не, не катит. Не, у аркана мгновенный, если включать. О, тогда ладно. Тогда профитно. Хотя там ущерб прокачивает. Кирилл узнает. Типа просто для картинки для видео. А фига на силу камни ставится? Да. Топовый урон от Мараксуса. Давайте посмотрим. Маг. Да. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Юля, а тебе что, колено надо? Записывай перс уже. А, видишь. Плащ нужен только и все. Так как ты плащ выберешь, если ты не ходишь престол? Как? Ну, это правда. Осколка нет. Митриус. На ов. Дайте пол. Нас. Все? Больше никому теленас не надо? Мало красава. Кто красил его? Ну, а посмотрим, что там по... Он не... Все равно даже сейчас он выше. Вот это. Нейкист. Держи. Того коня не получал ни на одного персонажа вообще. Понятно. Рольди еще. Кто не получал Рольди. Если кто-то выкинет сотку, то переролите. Эй, блин. Вряд ли. Давай я поролю. Да. Как нормально. На тебе Маковей. Карты для Б положу. Кристаллы. О, Дашки, не ливай, сейчас отменю тебе ЕП. Два раза получил. Нет, тебе нет пути. Что же, СРС или УК? Да, РС. РС.
Одной раз и одной ВК и все. Thank you.